посмотрел, значит, сегодня я фильм. Называется он «Елки 5». Так его рекламировали, особенно вот на нашем местном телевидении рекламировали, там что-то даже ходили в кинотеатры со съемочной группой и там опрашивали вот тех, кто собирается смотреть, кто уже посмотрел, все говорили: «Ой-ой, классный фильм, хороший, такая комедия, все там замечательно, там все Новый год, новогоднее настроение». Это, в общем, классный, суперский, все довольны. Фильм днище, самое натуральное, вот что характерно, днищенский фильм. Вот что еще можно было снять хуже, на ум что-то особо не приходит. Это не то, что провал года, это самый худший фильм, наверное, вот, который только можно посмотреть. Это даже не фильм, это фильмом можно с трудом назвать. Это какая-то реклама «Комсомольской правды», реклама «Яндекс.Такси», реклама «Газпрома», реклама «Авторадио» и рекламные еще там каких-то вот этих компаний. Все, фильма нет вообще никакого. Никакого даже сценария какого-то хорошего, ничего нет. Опять в главных ролях там этот Светлаков и этот Ургант с этим пингвином компьютерным. Тоже какая-то нелепость. В довесок еще к этому какая-то нелепая сцена, где какие-то там блогеры, видеоблогеры застряли в лифте, сидели там, у них там в общей сложности, наверное, минуты три там времени всего лишь они там в кадре побывали, сидят они там, значит, дурью страдают эти блогеры. Позвали их, наверное, в надежде на то, что вот сейчас мы заснимем хороших блогеров, вот таких вот известных таких, не то что хороших, а известных блогеров, которых там подписчиков под миллион, и наш фильм будут смотреть, скажут: вот это он, я на нее подписан там, или вот это она, да, я на Инстаграм на его подписан там, или подписана там, вот такая фигня какая-то, вот эти блогеры меня вообще убили, можно сказать. Фильм ни о чем. Первые 20 минут его смотрел вообще без какого-либо интереса, да и остальное время тоже. Каких-то улыбок, каких-то смешных моментов, чтобы я там посмеялся или еще что-то. Один-единственный момент какой-то был, я чуть-чуть улыбнулся, так вот. И то вот секунд 10, и все, там чуть-чуть посмеялся, и все. За весь фильм. Как он начинается нелепо, этот фильм, так и заканчивается тоже нелепо. Фильм ни о чем. Елки эти уже как бы снимают уже по конвейеру. И чтобы собрать денег с людей это, в связи с новогодней темой. И все. Самая первая часть была, которую они сняли. Вот эта елка, первая часть, елки, да. Вот это было. Что-то новое, что-то какие-то веяния новые можно было посмотреть. Но «Елки 5» никому не рекомендую смотреть вообще этот фильм. Ой, слов никаких нет, это не фильм, это пустая трата времени. Вот такие у меня эмоции на сегодня по этому фильму. «Елки 5».